Всем привет! Вот такую гитару дал мне Сергей Тынку поюзать, рыбку и примочку тоже такую с современным названием. Гитара вот прям вот ништяк, сразу скажу, что понравилось здесь то, что здесь 6 тембров, 3 позиции переключателя, отсечка. Но я как старый металлист сразу врубил крайний хамбайкер без всяких отсечек, нарулил вот такой вот пресет. Здесь я его сфотографировал. Где он там есть? И вот этот звук вот прям вот ништяк для соляков. Прям сочно звучит, прям вот реально круто. Читаемо. Что еще понравилось, что регулировка анкера вот здесь на внешней стороне, не нужно никакие крышечки откручивать. И уж упаси боже, там как на старых фендерах нужно снимать гриф, крутить анкер, потом ставить гриф, ставить струны, смотреть, потом опять все это снимать. Вот. Гитара удобная, компактная, но она не маленькая. Когда я ее принес, мне дочка сразу типа такая: «Ой, папа, маленькая гитара, это ты мне принес!» На самом деле нифига она не маленькая, сейчас я докажу. Мензура у этой гитары такая же, как у Fender Stratocaster. Вот, вот прикладываем, и типа вроде как совпадает все. Когда ты мне яблоко порежешь? Сейчас, подожди. Из минусов. Тюнер свой любимый не нашел места, куда вот его присобачить. Ну, точнее, нашел, ну так вот с оговорки, ну так немножко струну задевает, как-то вот поставил. Может, я не там искал, конечно. В общем, вот, гитара понравилась, примочка понравилась. В завершение предлагаю послушать кавер, который я записал с моим проектом, используя только лишь вот эту гитару. Соответственно, там другие тембры я использовал на партии аккомпанемента, на соло я использовал такой. Вот это поворот. Пока. Oh, they-